Туристические походы, экскурсии, стихи, песни, живопись, ювелирное дело, спорт и многое другое. Это не формальные занятия и мероприятия, а значительная часть необычной, интересной профессии геолога. Теперь у юных жителей поселка Развилка появилась прекрасная возможность познакомиться с этой специальностью и получить некоторые важные навыки. Подробности расскажет наш корреспондент Лариса Вольнова. На днях в поселке Развилка состоялось открытие уже второго кружка в рамках клуба юных геологов «Мосгео». Проводить время интересно и с пользой, посещая кружок, могут все желающие школьники. Основная задача – знакомство с геологией, накопление геоинформации, подготовка к поступлению в вузы. Это, конечно, что-то новое они узнают, да. И, может быть, даже кто-то потом, дети, которые будут посещать эти кружки, может быть, даже это будет их профессия в будущем. Удивительную атмосферу создавали гости мероприятия, среди которых легенды геологии, профессора, люди, которые посвятили геологии всю жизнь. Они с удовольствием общались с юными слушателями, рассказывали им интересные факты и даже позволили почувствовать себя настоящими геологами, дав примерить специальную форму. Ребятам очень понравилось на мероприятии. Особенно интересным показалось им знакомство с коллекцией минералов. Мне очень понравились камни, какая тут выставка красивая. Я тоже сама интересовалась камнями, собирала коллекции. Геологи всегда уделяли много времени и сил подготовке подрастающей смены. Сохранить преемственность поколений и передать молодежи бесценный опыт ветеранов – вот что важно. Поэтому и создаются возможности для привлечения в геологию нового поколения. Геология ждет молодых людей, геология России – которая имеет огромные территории, нуждается в том, чтобы каждый из вас прежде всего интересовался ею, изучал, знал, ну и затем использовал во благо как людям, так и самой природе. Профессия геолога связывает каждого специалиста, работающего в этой сфере, с удивительным миром природы, совершенным и неповторимым, исследованным и неизведанным. Поэтому она не только важна и почетна, но и увлекательна. Ребята, которые выберут изучение геологии, откроют для себя самую большую науку о нашей Земле. Я предлагаю ребятам задуматься о том, что, изучая геологию, можно задуматься уже и о Марсе, и о Луне. И будут у нас, возможно, среди наших юных геологов и марсологи, и лунологи, и, в общем, все замечательные ребята, которые будут знать все обо всем. Посетителей кружка «Юные краеведы» ждет много всего интересного. Планируются походы в Крым, походы по России, участие в мероприятиях, в олимпиадах МГУ, которые проводят, и городских, многих других мероприятиях. Так что я думаю, дети очень повысят свой культурный уровень и получат навыки такие, как рюкзак собрать, разложить костер, палатку. Это все потом пригодится им в дальнейшей жизни. Время работы кружка каждый вторник и четверг с 17:00. Спешите, занятия уже начались. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Видное ТВ.